Я в Испании. Что? Я в Барселоне. Ты серьезно? Да, у меня здесь живут брат и отец. Отец при смерти. Я думаю, ты должен об этом знать. Каждый раз засыпая, я надеюсь, что больше не проснусь. Я молил Бога, которого нет, чтобы меня сбила машина. И когда это случилось, на мне не осталось даже царапины. Это не твое время? Нет, как раз мое. Меня должны были отвезти в морг, а не домой. Я хочу у тебя кое-что спросить. Тебя когда-нибудь преследовали определенные цифры, возникая перед глазами снова и снова? 11:10. Сейчас 11:11. На мне были эти вещи, когда меня сбили. Это точное время смерти Дэвида. На тебя напали в 11:11. Ты думаешь, если тебе постоянно встречаются какие-то цифры, кто-то пытается с тобой связаться? Это ведь знак, какой-то сигнал, но от кого? Библия против предсказания будущего. Кто бы ни пытался привлечь твое внимание, это явно темные силы. Так ты веришь в дьявола? Я верю в Бога, а с этим приходит и вера в существование дьявола. Ничего нельзя изменить. От режиссера «Пилы 2», «Пилы 3» и «Пилы 4». Джозеф, помоги! Саммер! Что это было? Они здесь. Одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать. Теперь всем точно.